Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и вышел патч и обновление к Sid Meier's Civilization 6 в рамках New Frontier Pass, да и вообще в рамках обновления игры просто давайте на это дело взглянем. Во-первых, появились новые цивилизации и лидеры, но о них я рассказал в предыдущем видео, так что просто сходите на нее, посмотрите, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Во-вторых, новый режим игры под названием «Монополии и корпорации». О нем я в конце лучшего видео расскажу, даже считайте, какой небольшой гайд сделаю, потому что там есть некоторые неочевидные моменты, к сожалению, как всегда у Firaxis. Новый район, называется он «Заповедник», открывается в социальной политике «Мистицизм» и при постройке дает до 3 жилья в зависимости от престижа клетки и захватывает нейтральные клетки в своем радиусе. Кроме того, в этом районе можно будет построить здание, рощи и святилища, которые добавляют еду, веру, культуру, науку, золото и производство на клетках вокруг этого района, которые не обработаны никак. Вот вы видите, у меня в Ховде этот район построил, я тут в нем все построил, и видите, вот эти необработанные клетки, 4 штуки, дают выхлоп очень неплохой. Но надо понимать, что этот выхлоп зависит от престижа этих клеток. Сам район вокруг себя повышает престиж, и я здесь еще использовал великого человека, который престиж повышает. Поэтому вот это вот, грубо говоря, максимальный выхлоп, который вы можете получить на самом деле. Весь этот престиж потрясающий аж. С одной стороны, кажется, что это район для более поздних городов, которые отстают по развитию из-за того, что там надо рабочими что-то делать. Но, по-моему, он довольно странный. Ведь более поздние города его будут просто очень долго строить. Тем более, что его нельзя построить рядом с центром города. То есть надо обязательно клетку купить, потом там дальше как-то расширяться. Поэтому, скорее, этот район... район все-таки для развитых городов, но у которых есть какие-то необработанные клетки, и причем эти клетки имеют высокий престиж или будут иметь высокий престиж. Это довольно нечастая ситуация, как мне кажется, но с другой стороны, а почему нет? Совсем уж мусорным этот район не выглядит, и я думаю, что игроки найдут какую-то тактику для его применения. Теперь давайте подробнее об изменениях, хотя все-таки в этом патче всяких правок, баланса и прочего довольно мало, к сожалению. Во-первых, опять поправили создание беспорядков шпионами. Теперь уже точно партизан нельзя будет создавать, если пригород разрушен. Всякие проблемы с режимом героев, там они нанимались как-то неправильно, не показывались вменяемо. Но что меня больше интересовало, это что как-то ослабят Вавилон, этого, к сожалению, не произошло. Да и вообще, вот эти режимы пиратов, Красной Смерти, немножко облагородили. Огородили, надо бы поиграть еще посмотреть. Что же касается Цивы, то слегка исправили интерфейс и как минимум добавили, например, вот для режима корпорации монополий сортировку товаров и ресурсов. Кроме того, говорят, что повысили у искусственного интеллекта приоритет в использовании самолетов и вообще научили их самолетами пользоваться. Ну, не знаю, это надо будет на божестве проверить. Я, естественно, запишу прохождение за Вьетнам на божестве, потому что сколько тут уже лет прошло, а компьютер реально самолетами не умеет пользоваться. Он их иногда строит, но я вообще никогда не видел, чтобы он ими мои города бомбардировал. Вот, в общем-то, и все правки. Поэтому давайте сейчас более подробно остановлюсь на режиме корпорации и монополии. Его надо включить перед игрой, то есть это, опять же, отдельный режим. Если у нас включен, то при открытии технологии «Деньги» вы сможете рабочими создавать промышленное производство. Чтобы создать промышленное производство, вы должны обрабатывать два, ну или больше, одинаковых ресурса. Но не один, как минимум два ресурса. Вы просто, ну в данном случае у меня промышленное производство на цитрусовых, вот у меня тут цитрусовые, вот. Вы тогда просто становитесь рабочим после открытия денег, у вас появляется иконка для создания предприятия, и разные ресурсы будут давать разные бонусы тому городу, в котором это предприятие создано. На одном ресурсе можно создать только одно предприятие. То есть, если у вас, например, там 6 цитрусовых, и вы поставили предприятие, используя 2, то все, как бы больше вы предприятий на цитрусовых поставить не сможете. Кроме того, в каждом городе можно только одно предприятие сделать, поэтому тут тоже надо выбирать, появляется некая специализация. Ну и самое важное, зачем эти предприятия делать, потому что они дают бонусы в процентах к разному. Например, при
пряность, ртуть, чай, черепахи будут давать плюс 15% к науке в этом городе. Какао, мед, сахар, соль, плюс 20% роста и плюс 3 жилья в этом городе. Например, у меня вот так было в Карабагалсуне, я создал предприятие на шоколаде, и оно именно Карабагалсуну давало неплохой рост. И, в общем-то, так далее. Не буду в эти цифры вдаваться, все это в целопедии написано, вы можете прочитать. Это, в общем-то, легко и понятно. А вот самое интересное начинается, когда вы открываете экономику, технологию экономику, в которой есть улучшение корпорации. Ах да, я еще про предприятия забыл отметить, что они сами по себе еще добавляют производство. То есть, например, если плантация на апельсины добавляла 2 золота и там какую-то пищу и золото в дальнейшем, то улучшение вот промышленное производство, 2 пищи, 2 производства и 1 золото сразу. То есть это просто даже выгодно само улучшение поставить, невзирая на этот бонус там плюс 30%. Так вот, когда вы открываете экономику, вы можете организовать корпорации. Для этого у вас уже должно быть 3 одинаковых ресурса. То есть, например, на апельсинах, ну да, я могу организовать, у меня их тут 3. Кстати, я даже могу сейчас показать, я специально оставил великого торговца. У вас должно быть 3 ресурса, и вы организовываете корпорацию уже с помощью великого торговца. Тут у меня, конечно, есть вопрос к Фераксис, потому что в целом эта механика очень похожа на четвертую Циву, и там можно было разными великими людьми организовывать, и от великих людей зависела, в общем-то, специализация этой корпорации. Так и в данном случае, например, на ртути, мне кажется, надо было бы делать корпорацию с помощью великого инженера, а не великого торговца. На китах, например, можно было бы делать корпорацию с помощью великого флотоводца, да, и так далее. То есть почему Фераксис сделала упор только на великих торговцев, и получается, что опять играя с этим режимом, игроки будут вынуждены строить именно коммерческие центры, а не гавани, потому что иначе они не получат великих торговцев и не смогут корпорации организовать. Ну так вот, приходите великим торговцам на ресурс и просто вот построить улучшение корпорации. Опять же, на одном ресурсе, да, кстати, тут генерируются еще, можете имена всякие давать этим корпорациям, классик цитрусовые тонго назовем. А корпорации, естественно, как и предприятия, может быть только одна на город, на одном ресурсе только одна, но тут еще прикол в том, что на одном ресурсе может быть только одна корпорация вообще во всем мире. И вот тут вступает еще одна интересная штука, это монополии. И вообще вы можете контролировать и смотреть, вот я говорил, что тут новый интерфейс появился, сколько ресурсов каждый из игроков контролирует. Вот, например, у меня цитрусовых 3 из 9, да? Если вы контролируете 60% и больше, у вас будет монополия, вы можете получать там дополнительную прибыль, и плюс еще туризм будет сверху идти. Но самое интересное тут в другом. Так как корпорация на одном ресурсе может быть только одна, то если игрок, у которого больше цитрусовых появится, у меня 3, например, да, а там будет игрок, у которого их 4, и он создаст корпорацию на ней, то моя корпорация обанкротится, и я все фишки от нее потеряю. Это важно. А какие фишки дают корпорации? А вот такие. Вы можете теперь в городе, где она основана, проводить вот такой проект. Видите, цитрусовая корпорация, создать продукцию. И вот эту продукцию запихивать в ячейки портов либо бирж. Порты и биржи теперь имеют ячейки с продукцией. Причем не обязательно в том городе, где вы создаете. Совершенно не обязательно. Вот видите, я специально тут по 3 поставил. Это у меня уже другие корпорации были. Видите, корпорация, производящая ртуть, корпорация, производящая какао и табак. Ртуть дает плюс 15% науки в городе владельца. Какао дает плюс 20% роста и 3 единицы жилья. И табак плюс 30% к производству при создании военных юнитов. Надо только понимать, что продукции вы можете сделать только столько, сколько у вас этих ресурсов в принципе есть. То есть у меня 3 апельсина, значит только 3 продукции я смогу создать, в общем-то. Но здесь, конечно, есть некоторые вопросы к балансу, потому что, смотрите, ртуть дает плюс 15% к науке в городе. Корпорация ртутная плюс 30% к науке. И теперь смотрите, что будет, если я в Шанду сейчас сложу всю произведенную мной ртуть, просто чтобы вам показать, насколько это какая-то супер-пупер. Да, каждая продукция, вот видите, она дает просто сама по себе 3 науки и 1 туризм во вход, но это не важно. Каждая продукция еще и плюс 15% дает к науке. То есть это 30%. По 15% все вот эти 3 ртути это еще 45%. Больше тут, к сожалению, невозможно мне сделать. Это уже 75%. И плюс тут еще сидит у меня пингала, который дает еще 15%. То есть 100% чисто вот от этой продукции. Ну тут еще 20% еще у меня от чего-то идет. То есть на ровном месте я практически 67 науки получаю. Я думаю,
если разогнать, а я думаю, тут еще можно было бы порт поставить, например, туда еще запихнуть, потому что у меня 5 ртути, например, то можно просто к концу игры чисто от этих штук получать 100 науки. Мне кажется, это довольно большой бонус. Ну и понятно, что этими же продукциями можно торговать там с компьютером, с другими игроками. К сожалению, я, чтобы быстрее посмотреть, я на князя играл. Ощущение, что компьютер просто не умеет этими корпорациями пользоваться, потому что они не сделали ничего абсолютно. Будем смотреть, как на божестве это происходит. Но в принципе, вы ими вот так уже можете торговать, как и шедеврами. И то есть компьютер может их себе размещать. Вопрос будет, конечно, как в сетевой игре это будет происходить. Будем ли мы торговать подобными ресурсами? Потому что я не знаю, нафига мне, например, отдавать моему сопернику плюс 15% к науке. Ну а создается этот... Ну вот видите, у меня уже для этого ресурса создано максимальное число продуктов. Видите, я больше не могу ртути создавать. Но создается всего лишь 2-3 хода, понимаете, это не проблема вообще. То есть я не нашел никакой выгоды в том, чтобы торговать с другими этими продукциями. Может, вы, поиграв, это увидели и мне расскажете. Но в любом случае, механика выглядит довольно интересной. И не такой несбалансированной, как там были эти... тайные сообщества или вот эти герои и не особо интересные, да? Вот действительно, у меня вопрос только на самом деле к тому, что заставляют только великих торговцев использовать. Потому что я повторю, ко всем этим ресурсам можно было бы присобачить и других великих людей. То есть хотите жемчуг и киты делать корпорацию, берите великого флотоводца. Хотите мрамор, ртуть, серебро обрабатывать, берите великих инженеров. Там слоновую кость, кстати, шелк, например, янтарь, можно любым из великих художников, артистов, там, музыкантов. Обрабатывать вино великого алкоголика. Обрабатывать сладан, кстати, этих апостолов или пророков. Ну, апостолов было бы... Нет, пророка можно было бы использовать на ладан. Ну и так далее. А так получается опять большой перекос на центры коммерции. В общем, пошел записывать прохождение на божестве. Теперь ваши впечатления, конечно же, хочу прочитать в комментариях и ваши правки, если я что-то упустил. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!